Всем привет! Продолжаем знакомиться с работой художников. Пьер Огюст Кот, французский художник, представитель академизма. Первоначально учился живописи в школе изящных искусств в Тулузе. Затем продолжил обучение в Парижской школе изящных искусств. И учителями был Леон Канье, Александр Кабанель и Адольф Бугро. Данные я беру из Википедии. В 1863 первый раз выставляется в Парижском салоне. Основной темой произведений Пьера Огюста Кота были мифологические сюжеты. Кроме того, художник завоевал широкую популярность созданным им портретами. Участник многих выставок. Был членом жюри фестиваля живописи Парижского салона и Римской премии. В 1874 году было присвоено звание кавалера ордена Почетного легиона. Полотна Пьера Огюста ныне находятся в коллекциях многих музеев мира, в том числе в Монпелье, Франция, Англии, в Метрополитен музее в Нью-Йорке и в музее Тайваня. Среди его учениц были Элен Хейл и Анна Элизабет Клюмке. Влекущая красота женских фигур не оставляет равнодушным уже которые по счету поколений посетителей парижских, мадридских, нью-йоркских музеев. Действительно красивые работы. Умер в 1883 году, похоронен на кладбище Перлашес. Признанный мастер консервативного стиля и мифологического сюжета. Ну вот примерно так вкратце, данных не очень много, о Пьере Огюсте Кот, французском художнике, представителе академизма. Пока-пока, смотрим картины.